Можно ли из полосок размером 1 на 1, 1 на 3, 1 на 5 и так далее, 1 на 2003, вложить прямоугольник, стороны которого больше единицы? То есть имеются полоски каждой нечетной длины. Да? Все нечетные числа от единицы до 2003. Спрашивают, можно или нет из них сложить, что называется, настоящий прямоугольник. Не полоску, а чтобы обе стороны были длиннее единицы. 1 на 1, 1 на 3 и так далее. 1 на 2004. Можно ли из этих чисел сложить прямоугольник? Кстати, сколько всего этих полосок? 1002, отлично. Размер прямоугольника какие? Мы можем взять, получается, полоску длины 1 и противоположную полоску длины 2004. Да. Возьмем две полоски длиной 2004 и 1. И поставим их в один ряд. То же самое сделаем уже с полосками 2001 и 2001 и 3. Давайте. И поставим их уже во второй ряд. Да. И так сделаем с каждой парой. Отлично. Так я также сказал. Очень хорошо. И какой получается размер? Получается 2004 на 2002. Нет, не 2002. 501. 501. Да, 501.